Достаточно высокими темпами идет ремонт и модернизация сетевой инфраструктуры. В целом по области отремонтировано 37% сетей канализования и 31,5% водопроводов. Самые высокие показатели подготовки к зиме отмечают в министерстве, демонстрируют компании электросетевого комплекса. В нормативное состояние ими приведено 83% сетей и более 92% трансформаторных подстанций. В этот же период заменено 2230 километров ветхой инфраструктуры. Готовность газового хозяйства региона, сообщили в ведомстве, составляет 69%. Из 11 513 километров газопроводов ремонтно-восстановительные работы проведены на 7 944 километрах сетей. Продолжаются ремонтные мероприятия на объектах систем водоснабжения и водоотведения. К работе в зимних условиях полностью готовы 38 очистных сооружений, 532 водозабора и 338 насосных станций. Существенным опережением графиком идет формирование запасов котельного топлива. К началу июля муниципальное образование области завезено более 37 тысяч тонн угля и 2,3 тысячи тонн мазута. Запасы дров превысили 131% от задания. Напомним, в общей сложности к отопительному сезону 2017-2018 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 69 миллионов квадратных метров жилья, 1563 котельные, свыше 7 тысяч километров тепловых, 11,6 тысячи километров водопроводных и около 7 тысяч километров канализационных сетей. Оперативный мониторинг и контроль за ходом ремонтно-восстановительной кампании осуществляет региональное министерство энергетики и ЖКХ.